Всем привет! Сегодня мы едем в Петровац. Эту поездку я вам покажу. Мы уже приехали в Петровац. Вот такая вот тут вода. Сейчас мы на пляже купаемся, а мама пошла гулять. Сейчас я вам покажу тут виды. Это каменный пляж, море не совсем тихое, но купаться можно. Вода очень прохладная, я сейчас хочу перекусить, но сегодня воскресенье, а так как у нас европейский режим, вряд ли у меня особо прям хорошо получится перекусить, но... В общем, наверное, сейчас найдем какую-нибудь такую лавку. А пока что я посижу на пляже, ну, может, еще покупаюсь. Вода и вправду холодная, привыкала я очень долго. Людей, кстати, очень много. Я только вышла с воды, посмотрела там на рыбок. В общем, тут есть черные рыбки и есть прозрачные белые. Очень красивые. Кстати, у черных вот такие вот хвосты раздвоенные. Сейчас надо сполоснуться и идти уже в раздевалку. Души почти везде бесплатные и переодевалки соответственно. Это типа пекарня, столовка. В общем, я взяла 6 булочек, мантия, сыр. Это такие мантии, это такие булочки с сыром. Маленькие такие, кругленькие. Вот, вот так.
Мы уже едем в Будву, я поела. Булочки, кстати, эти очень сытные. Но мне не очень понравился сыр, он слишком кислый для меня. Ну а так очень вкусно. Мы уже в Будве, я надеюсь, вам понравилось это видео. Ставьте лайки, пишите свое мнение в комментариях. И всем пока-пока!